Добрый день, я военнослужащий, служу в Кульбакино на аэродроме, вот, вожу хороводы уже около года, даже двух, вот, мне это нравится, заряжается эмоционально, заряжается, лечится, разное здоровье при помощи хороводов, вот, здесь повышается очень фон эмоциональный, повышается твое самочувствие, и ты чувствуешь себя на фо. А вот все-таки с женщинами хороводы, вроде как это не совсем мужское дело. Это девчонки водят хороводы? А, вообще-то... Мы же в детстве тоже водили хороводы. И все было замечательно, интересно. Мы все время радовались жизни. Детство это прекрасно. А здесь тоже передается такая энергетика. И мы вспомнили, как это было раньше. Спасибо большое. А вы все умеете, что сейчас показывали? Нет, я сегодня вообще впервые пришла по приглашению Лешину. Но ничего, научимся. Сколько это... уже вариантов вам показали? И ну, много ли запомнили вы? На самом деле хороводов очень много. Их разновидностей около 1000, а то и больше. Вот. И каждая свастика, хоровод это на самом деле показывает свастику, показывает славянские знаки. В хороводах скрыта энергетика. И она на подсознании действует. Поэтому люди приходят сюда и заряжаются, и выздоравливают. А то, что вы не знакомы друг с другом практически, ну не так много знакомых. Легко ли вот держаться за руку, быть в хороводе? Какое ощущение с незнакомым человеком? Позитивный человек, он всегда идет на контакт, правильно? Через руки передается тоже энергетика, да. Правильно? Вот. Ты даешь руку, ты этим показываешь, что ты открыт для общения. И поэтому человек, видя твои открытые намерения, он не боится показывать свои тоже намерения. Он тоже открытый. Но в следующее воскресенье ваши планы? Мы попадем на праздник Масленицы, конечно, на Советской. Будем праздновать. Ждем всех. Удачи.